конкурс. Дети читают стихи, исполняют. Скрипкин Егор, 12 лет, Грищенко Александр, 12 лет, село Верхолеус, Новосибирская область, Юноморец, чтоб летали во все и росли. Не растет в огороде сосиска, бублик с маком, башмак и портфель, а растут помидоры, горох и редиска, да и те замерзают в метель. Но зато и зимой, и весной, даже если пурга на дворе, могут крылья прекрасно расти за спиной, могут мысли расти в голове. Разве можно достичь изобилия, что-то новое изобрести, если светлые мысли и сильные крылья у людей перестанут расти? И пещерный покроется пылью микроскоп, телескоп, контрабас, если светлые мысли и сильные крылья вдруг расти перестанут у нас. Наше сердце немедленно стиснут, скука вместе с зеленой тоской, если мысли потиснут, а крылья обвиснут, как лохмотья в пучине морской. Давайте ж нажмем на педали и не станем зевать на мели, чтобы крылья и мысли росли и летали, чтоб летали мы все и росли.